Всем привет, я Суба, я на Страна FM, пою и общаюсь с вами. Ну, я Суба, блогер, инстаблогер с 5 миллионами подписчиков в Инстаграм. Снимаю на YouTube, снимаю в ТикТок, в Инстаграм сейчас пою. Короче, мне прямо сейчас очень нравится заниматься музыкой. И упорно занимаюсь музыкой. Каждый день до утра я сижу на студии, пишем треки. Вот. А заниматься блогерством мне уже неинтересно. Ну, перестал вот мотивировать. И мне 21, родился в Москве. Живу в Москве. Вот. Я по национальности азербайджанец, многие не знают. Выпущенных треков у меня где-то 7 или 8 треков выпущенных. А из тех, которые в работе, да, у меня очень много, достаточно много демок. Не готовых треков, но с накиданными мотивами и текстами. Короче, много демок у меня. Вот. И я просто не привык интервью давать. Вы там по ту сторону экрана, подписчики, вы как бы строго не судите. Я редко даю интервью. У меня на канале я другой человек, а у других на канале на интервью я немного другой человек. Скованный немного. Закрытый такой немного еще. Вот. Демок очень много, да. Последние 3 трека, которые мы выпустили, это некая история в моей жизни. Что-то связано с машиной, что-то с любовью, с девушкой бывшей, что-то... ну, то есть в строчке каждого трека это просто вот смысл, глубокий смысл моей жизни. И, соответственно, пишу я, накидываю я, но итоговый вариант доделывает моя команда. То есть чтобы это звучало красивее, чтобы рифма как-то более красивее смотрелась. Само собой, сначала придумывается мотив трека, потом текст, а потом уже покупается бит. Мы берем бесплатные биты, как бы в интернете находим, и под них уже сразу накидываем мотив и накидываем текст. А биты, типа, много с кем, с Палагином, Слава, вот недавно Мерло трек, бит сделал. Современная музыка, на самом деле, вот взять Моргенштерна, он какой-то вот некий вклад в русскую музыку внес, я так считаю. Потому что он задал такой американский, немного американского стиля в Россию. Если говорить правду, откровенно, что все, что возрождается в Америке, спустя какое-то время появляется в России. Да, неважно, это музыка, это бизнес, это кино или любая другая сфера. Соответственно, вот Моргенштерн взял и красиво это все сделал. Вот. Я вообще не особо люблю слушать русскую музыку, я больше слушаю Трэвис Скотт, Тайга, как-то больше смотрю на туда вот. Ну, а с другой стороны, вот если говорить, то вот если прям под копирку воровать там американскую Америку в Россию, то не так звучит, не то. У них даже язык немного красивее как-то смотрится, нежели русский. Мне кажется, мой взгляд на все это, что в России нужно петь про любовь. И любовные треки про разбитые сердца, мне кажется, вот заходят. Вот Хамали Наваи, мои очень хорошие близкие друзья, они поют про любовь. И мне прям нравится, как они поют. Чтобы каждый слушатель видел себя в текстах этих песен. Кто-то любит пострадать, кто-то любит потанцевать. Но я больше склоняюсь к тому, что все-таки в России слушатели любят больше такую лирику. Потому что, учитывая то, что сейчас находится в топ-чартах, в основном 80% музыки это лирика. А я на самом деле хотел бы все свои треки делать такие вот груженные, лирику. Но я просто уже начал понимать, с другой точки зрения, начинаю смотреть и понимать, то, что, блин, а вот скоро пойдут концерты. А вот на концертах надо двигаться, прыгать хочется. Хочется как-то заряжать аудиторию. Народ. А с такими типа песнями как-то сложно, и поэтому хочется уже хоть какие-то треки такие танцевальные сделать, чтобы что-то можно было уже и потанцевать, и поорать. Про продюсерский контракт. У меня нет никакого продюсерского контракта. Я сам по себе, и я без договоров, без ничего. То есть вот поехал, захотел, снялся, захотел, сделал с кем-то трек. То есть я ни с кем не работаю. У меня своя команда. Я сам ее на протяжении всего пути я набирал. Там оператор свой, лучшего из лучших беру. Там студия, звукорежиссер, монтажер, менеджер. Вот, то есть своя команда у меня. Я вообще считаю, что продюсерские контракты, они, тем более в молодом возрасте, уходить в продюсерские контракты, это
это не то. Раньше, 2 года назад, за счет продюсеров можно было, да, и стать популярным, чтобы тебя услышал народ. Тот же Black Star взять. Мот, Натан, Дони. Да, они по сути, они за счет продюсерского контракта стали известны. А сейчас я вот знаю многих ребят, которые очень хорошо поют, которые талантливы в чем-то. И при всем при этом они уходят к продюсерам, их забирают продюсеры. А все почему? Потому что они молоды. Им по 20, 23, кому-то, кому-то 20, кому-то 24. И они не умеют работать. Они без команды, у них нет людей. Они не умеют работать, они не знают, что делать, куда им идти, чем заниматься, да, выйти на улицу снимать, а что дальше? Они приедут на студию, скажут, я хочу записать трек, и их начнут обманывать. Давай 200 тысяч нам плати за запись, за сведения и за все остальное. То есть они не умеют работать без команды, им нужна какая-то команда, хоть какая-то. И поэтому их берут, их заинтересовывают, говорят то, что вот, у тебя будет свой менеджер, у тебя будет свой оператор, монтажер, и они их начинают приручать к тому, что за них будут все делать. Вот. Ну, я просто, мне многие артисты с продюсерских контрактов, с продюсерскими контрактами рассказывают их истории, вот, и говорят, что после продюсерских контрактов ты не умеешь работать один. То есть, и они тебя приручают к тому, что за тебя все делают. За тебя, я не знаю, тебя аж до того, что это тебя по утрам будет. У тебя там какая-нибудь съемка, они тебя по утрам будут и говорят, просто вот как на блюдечке тебе вот так вот все несут. Я считаю, что артист, блогер или ну абсолютно ну, кем бы ты ни был, ты должен сам этим заниматься. Лучше тебя работу не сделает никто. Будет у тебя какая-нибудь корпорация своя, бизнес свой, и хоть найми ты, я не знаю, 300 человек, 500 человек в свою корпорацию, работников, и никто лучше тебя, и никто лучше себя не думать, не делать, ничего не будет. Потому что эти люди работают на зарплате. Эти люди работают ради того, чтобы получить свой кусок хлеба и поехать домой. Короче, лучше самого себя никто ничего не сделает. Вот. И поэтому ты должен приручать себя к тому, чтобы ты сам все делал, чтобы ты сам мотивировал себя. Вот у меня самого лично такое бывает, что я попадаю в депрессию. У меня часто бывает депрессия дома. А все почему? Потому что я нахожусь в зоне комфорта. То есть раньше я был голодный, я снимал, выходил, я это прекрасно понимаю, я это говорю. А сейчас, как бы, ну, что, есть поесть, деньги на еду, есть где пожить, есть на чем ездить. И как-то сложно, и за счет этого у меня депрессии бывают. И просто надо уметь приземлять себя к народу. Блогерские дома тиктокеров, я думаю, что... Я просто еще не знаю, как это работает, если честно. Это же такая новая ниша. Опять же, это все с Америки сюда. То есть это в Америке все началось. И сюда. Я просто не знаю, какие там условия, но у меня есть пару друзей-тиктокеров, которые находятся в домах, но я их всегда отговариваю. Вот у меня друг есть, Володя XXL, и тиктокер такой достаточно известный. Я его отговорил, чтобы он уходил и не подписывал ни с кем контракты с тиктокерскими. Я ему объясняю и говорю, что, слушай, у тебя есть я, говорю, да, вот, снимай, говорю, со мной. У меня есть много других остальных друзей медийных, артисты, актеры, блогеры. Снимай с ними, у тебя вот безграничное количество людей, с кем ты можешь снимать, медийных людей. А тиктокерские дома, ты там живешь, ну, сколько, кроме тебя там живет 10 человек, ну месяц, 2-3 месяца ты там с ними снимаешь, а что дальше? Это уже надоедает, заедает народу. Нужно всегда думать, контент придумывать, самому надо учиться работать. Это, знаете, вот есть такая поговорка, пока ты работаешь, другой зарабатывает на свою мечту. Вот есть, или как-то другой зарабатывает на свою цель или на свою мечту. Вот есть такая поговорка. То есть ты, образно говоря, работаешь кассиром где-нибудь, а тот, кто владеет этим магазином, он зарабатывает там на какую-нибудь крутую тачку или на какие-нибудь крутые дома и летает в другие страны, зарабатывает на свою мечту. Та же самая история здесь. Сидят вот над тобой мужики, продюсеры, они зарабатывают с охранниками ходят, зарабатывают себе там на крутые тачки, позволяют себе много что. А артист, который, по сути, локомотив всего этого, он зарабатывает, там, не знаю, 30%, 40% всего от всего дохода. Образование, я считаю, что это важно, это нужно, вот. И у меня как-то вот свое мнение по этому поводу. С 14 лет у меня вот такая мысль всегда в голове, да. По сути, оно не нужно. То есть, если ты занимаешься там
Рано или поздно ты в 30 лет или в 20 ты найдешь себя. Ты найдешь себя, ты начнешь заниматься своими делами. Образование не очень нужно, но мне оно нужно для того, что вот я просто вот 14 лет рассуждаю и думаю, блин, вот я, например, познакомился с какой-нибудь девушкой, и там спустя год она меня привела к своим родителям. Мы будем сидеть знакомиться с ее родителями. И если, например, ее отец меня спросит, а что ты, чем ты занимаешься, или какое у тебя образование? Чтобы мне не стало стыдно, как бы я хочу отучиться в какой-нибудь университет, чтобы было что сказать, чтобы не показаться глупым. Многие понимают, что наши родители — это люди, которые еще с тех времен. Они немного не понимают гаджеты, тикток, инстаграм и все остальное. Для них сейчас образование, как их учили, образование, учить, иди работай, поднимайся, карьерный рост, и бизнес, журналисты, там, юристы, сейчас все на юристы, но у кого не спросишь, молодого, на кого ты учишься, на юриста или на журналиста. Я закончил Бауманку, МГТУ имени Баумана, самый лучший технический вуз в России считается, и я закончил только из-за того, что мама заставила. Мама заставила, я из-за нее поступил. По профессии инженерный бизнес-менеджмент. Я вот в этом году закончил. Я считаю, что детям надо учиться, но то, что преподают в наших школах, половина то, что они преподают, это ненужная информация. Нужно по максимуму язык преподавать, языки английский, русский, чтобы знали, иностранные языки. Я считаю, что вот нужно больше гуманитарные предметы поднимать, нежели там развивать... все остальное. Да и у меня одноклассники, вот взять одноклассников, которые учились на пятерке, на четверке. Я был троечником. Как троечником? Учился хорошо, тройки, четверки. Одноклассники, которые учились на четверке, на пятерке, я в Мытищах вырос, закончил школу. Я как-то раз приехал в Макдональдс, зашел, и смотрю, он работает продавцом Макдональдса. Другой там работает в торговом центре консультантом. Ну, как-то... непонятно. Я не к тому, что вот я вот крутой, я поднялся, я там... зарабатываю много денег, и я не работаю на кого-то. Я не к этому это говорю. Вообще, если меня спросят, как стать успешным человеком, я отвечу, что это случай. Это случай жизни. То есть это какое-то знакомство, может быть. Это вот где-то вот судьба какая-то у тебя. Просто вот какая-нибудь одна встреча или вот какой-то случай может поменять всю твою жизнь. То есть нет какой-то формулы, как стать успешным и как там зарабатывать много денег или как быть счастливым человеком. Вот. Я пробовал 2-3 раза траву, и это не мое. Вот каждый раз, когда я пробовал траву, я шел, меня вырывало, короче. Вырывало. 20-30 минут проходит, я начинаю грузиться. У меня депрессия, типа, вот, фу, я попробовал наркотик. Не могу психологически подготовиться к этому. Прийти, подготовиться и вот взять, попробовать. Пошел, вырвало, и все. Ну, не мое. Просто многие там курят при мне. Начинают там как-то лучше получаться, разговаривать, угорать, веселиться. Я не понимаю. Я думаю, блин, что не так? Может, мне еще раз попробовать? Может, еще раз? Я такой думаю... Нет, не мое. Ну вот 3 раза попробовал, значит, не мое. Значит, организм отторгает это все. Раз ты тебя вырывает, значит, не для организма вот это вот, не для твоего организма. Алкоголь пью, сигареты курил, бросал на полгода, потом опять начал курить. Не знаю, почему курю. Сказать, что я независимый, будет смешно, наверное, скорее всего. Ну, я не знаю, ну просто вот курю. Хочу, конечно, бросить, это очень вредно, я это понимаю. Но курю скорее из-за того, что вот нервы бывают, депрессии бывают. Вот хочется что-то покурить. Ну, кстати, молодым ребятам скажу, что вот то, что вы курите сейчас, то, что модно у вас курить вот эти вот одноразовые ашкидишки, или как называется, вот эти одноразовые штучки, они намного вреднее, чем сигареты. У меня в окружении нет таких прям наркоманов. Я не очень люблю таких людей. Ненавижу таких людей, которые зависят от чего-то. Маты в песнях есть. И ругаюсь матом очень часто. Вот меня всегда спрашивают, паразиты твои, вот, от чего ты хочешь отказаться, это ругаться матом. Это не украшает. Ты разговариваешь где-нибудь в компании с кем-то, и со стороны это звучит как будто сапожник с деревни. Хочется как бы избавляться от этого и как-то вот, развиваться вообще во всем. То есть книжки читать, книжек читать. Вот видите, я сейчас сижу, разговариваю, и я хочу сказать какую-то умную мысль, но не могу, потому что мало читал книг.
И да, ругаюсь матом, и есть в треках мат. Я просто не знаю, что еще сказать. Вроде нет вообще ни одного матного слова в треках. Они, такое, они такие про жизнь. Вот только в последнем треке у меня есть мат, получается. Называется «Никто не верил». «Никто не верил, купил новый гелик, пока ты купил на велик». Мама у меня очень, она по характеру очень похожа на меня. У меня мама, папа и три брата. Ну, точнее, два брата. Я и еще два брата. Из нас троих, больше ближе по характеру и по взглядам на жизнь, я приближен, ну, типа, я с мамой больше похож. Вот, мы одинаково схожи с ней. И когда она узнала, что я занимаюсь пранки, снимаю на улице, она меня очень сильно ругала. Ну, как мать, как бы материнский инстинкт, вот это вот тепло, любовь ее. Она понимала, что там приводы в полицию, драки на улице и все остальное. Она это понимала, и как мать она запрещала мне заниматься этим. Она ругала меня очень сильно. Она, ну, короче, вот прям вот сложный у меня вот период был в жизни. И был момент, когда она как бы понимала, что она меня не остановит, я буду этим заниматься дальше, но она меня прикрывала от отца. То есть она не рассказывала ему ничего, она не рассказывала ему про мой инстаграм, чем я занимаюсь, что, кто, куда. А я занимался тогда футболом профессионально, она ему, он думал, что я на тренировках по футболу в то время, когда я снимал ролики в инстаграм. Да и в целом, как бы, на протяжении вообще всего-всего-всего я вот сейчас как бы осознанно понимаю, что правда, она очень много что внесла в мою жизнь. Дала. Ну, короче, вот я учился в школе, и у нас заканчивался 6-й урок, и в 13.00 она понимала, что мне нужно... В 13.00 у меня заканчивается урок, и в 13.30 я должен быть дома, как штык. И я всегда был на большом и сильном контроле. И у нас мои одноклассники, они после уроков, они ходили... У нас была курилка, называлась такое место, курилка, прямо рядом с школой. Они покупали пиво, курили электронные сигареты, курили сигареты настоящие. А я проходил мимо них, и они меня считали за такого немного отброса такого, который не в теме. Типа, вот мы модные, мы курим, мы пьем пиво. А я вот так вот проходил мимо и уходил домой через вот эту курилку. И я думал, блин, это круто, я тоже так хочу. Меня мама не отпускала гулять, она меня не разрешала общаться с девочками даже. Она меня ругала, она один раз меня спалила ВКонтакте, мы тогда ВКонтакте переписывались, переписывался с девчонкой, меня спалила, она меня так ругала. Она мне запрещала вообще ни с одной девочкой нельзя было общаться. И получилось так, что я очень сильно орал на нее, я кричал на нее, я ругался, я говорил, я тебя ненавижу, я не хочу так жить. Почему мои одноклассники гуляют, почему они играют в футбол допоздна, почему им можно общаться с девочкой, почему их за замечания, за двойки родители не ругают, а ты меня ругаешь, бьешь и все остальное. А потом, вот точнее сейчас, я начинаю понимать то, что она и вправду это делала не потому, что как-то унизить меня перед одноклассниками или как-то, чтобы ей было лучше от этого, а потому что мои одноклассники, которые тогда курили, они сейчас наркоманы. Один в тюрьме сидит, другой, вот, как я говорю, в Макдональдсе работает. Как бы. А я считаю, что мне мама внесла очень большой вклад в мою жизнь и очень много что такого полезного сделала. Мама сейчас у меня, она следит за творчеством, она смотрит, слушает, она очень много советует мне. Она мне скидывает, я, например, выложу какой-нибудь пост или сторис, она мне там, исправь, ты не там, не так, там не так написал, не так выразился, удали эту сторис, ты там матом ругаешься, там, удали эту сторис, потому что ты не очень красиво повел себя по отношению к тому-то. Ну, она, то есть, со стороны, вот человек со стороны, который всегда контролирует и говорит, как мне правильно дальше быть. Вот, она, да, она слушает, следит за моим творчеством. Конечно, она слушает, ей нравится, да, слушает. Личная жизнь у меня вот в этом плане очень всегда сложна. Мне сложно найти девушку, которая будет меня любить, которую я буду любить. За все время у меня таких прям отношений, серьезных отношений, вот реально были одни. Но девушек было две. Первую не беру, потому что это были такие детские отношения. Больше, ну, а вторые, вот последние мои отношения, это были уже по-взрослому, серьезные шаги с моей стороны были к ней. Расстались, потому что мало разговаривали, потому что у меня сложный характер.
У меня очень сложный характер, это правда. Не только по отношению к девушкам, но и к друзьям. Я собственник. И я, то есть, такой человек, который всегда хочет, чтобы его девушка была на контроле. Чтобы я всегда знал, где она, с кем она. Я хочу, чтобы она всегда была рядом со мной. Чтобы она всегда ходила со мной куда-нибудь. Может быть, это первое время. Я просто, вот у меня отношения были, ну, максимум полгода, 6 месяцев. И мне, я вот последнее время задумываюсь, думаю, блин, а может быть, я вот этого хочу на какой-то период? Может быть, первые 3-4 месяца я вот хочу, чтобы она всегда была рядом? Что вот хочу ее внимания, а потом уже как-то уже проще, может быть, буду относиться. Но тогда такого еще не доходило, но сложно. Девушки, они какие-то такие хорошие все. Не буду затирать ни девушек, ни пацанов, потому что и парни виноваты. Многие парни говорят, что вот девушки все испорченные, а и портят их кто, по сути, парни. Вот, как бы тут палка с двух концов. Да у меня сложный характер. Вот люди, которые со мной очень давно дружат и общаются тесно, они знают то, что у меня сложный характер, они это видят. Люди, которые сейчас до сих пор со мной рядом, они закрывают глаза на многие вещи. Они терпят меня где-то. Поэтому у меня сложный характер. Девушки, с девушками почему сложные? Потому что я начинаю их ревновать, я начинаю делать им мозги. Вот как будто я девочка. Вот должно быть наоборот. У меня очень странные чувства вот в этом плане. Мне прям вот хочется тепла всегда со стороны девушки. Я ходил к психологу по поводу вот этого всего, но и мы пришли к такому выводу, что она мне сказала, что, скорее всего, я не могу найти девушку из-за того, что я ищу в них свою маму. Ну, типа, я хочу, смотрю на отца и маму, да, и хочу найти вот такие же отношения, короче. Вот хочу то же самое. То есть я вот вырос в такой семье и привык к этому. Вот то, что я видел все это время, хочется вот такого же. Но такого не будет, она говорит. Но психолог говорит, такого не будет. Говорит, во-первых, ты еще молод. Во-вторых, мои родители, они... Ну, надо начать на самом деле с себя больше, чем винить девушек. Вот я не такой, если она мне говорит, если я звоню, говорю, ты где? Она говорит, я с подругами гуляю, я начинаю ссориться. Представляешь? Я начинаю ссориться и говорить, почему я хочу с тобой. Приедь ко мне. Ну, приедь не ко мне домой, в смысле, а приедь до меня. Я хотел с тобой время провести. Вот я начинаю из-за этого даже ссориться. Я человек, который, не знаю, много таких пацанов или нет, я такой человек, который просто вот на ровном месте, я на ровном месте, бывает, захочу ссору, поссорюсь с ней, тупо ради того, что вот мне хочется эмоций, чтобы я увидел, как она бегает за мной, как она, типа, унижает себя немного где-то, чтобы она показала вот это вот, чтобы я почувствовал себя нужным ей. Вот у меня такое бывает. И вот когда ты раз поссорился, два поссорился, три поссорился, четыре поссорился, и потом уже вот эти вот ссоры, они обесцениваются. И каждая вот эта вот ссора для нее, это уже, знаешь, типа, пофиг, потом напишет. А я не люблю, если я больше 3-4 дней, например, не общаюсь с человеком, близким человеком, или же я понимаю, что этот человек как-то обижен на меня, не могу долго ждать или же терпеть, я всегда напишу первый или позвоню. И за счет этого всего, когда я первый делаю шаги, вот все обесценивается. Идеальной девушки для меня нету. Нету какого-то некого образа. Вот она должна быть брюнеткой, блондинкой или же голубые глаза. Девушка в первую очередь должна цеплять меня характером. Я только сейчас начинаю понимать, что моя девушка должна быть зажигалкой, короче. Вот я хочу, чтобы она была какой-то вот такой вот зажигалкой, которая будет во мне просыпать такого, внутри будет просыпать такого того Суба, который был раньше. То есть каждый раз, каждый день, чтобы она говорила мне, Суба, тебе сподвигала меня на работу, чтобы я больше работал, чтобы я пахал, чтобы я там занимался полезными делами, чтобы она, чтобы не вот это вот, не мозгоебство, короче, чтобы было, а вот такие вот плавные, спокойные отношения, чтобы я был в ней уверен, она была во мне уверена, чтобы не доводилось до того, чтобы мы проверяли там телефон друг друга, с кем ты сегодня была, куда ходила. А вот просто спокойные отношения и уверенные в друг друге, и вот зажигалка. Вот зажигалка — это самое основное для меня. Чтобы она вот
Я вот не знаю, как это объяснить. Вот чтобы она вот прямо вот мотивировала меня, чтобы я ради нее там, не знаю, дальше работал, дальше там подарки ей дарил, делал для нее все. Вот я не найду такую девчонку. Я не знаю, такую сложно найти. Очень редко отвечаю вообще девочкам. То есть я этим вообще не пользуюсь. Есть мои друзья, блогеры, артисты, которые каждой девочке отвечают, встретятся с ними, извлекут свою выгоду от этого, и все. Не пользуюсь этим, мне это не нравится. Ну, мне это не интересно, вот просто. То есть как-то на подсознательном уровне я понимаю, что если она мне пишет директ, значит, она там пишет мне, потому что там, я ей интересен. Я больше за то, чтобы познакомиться с девушкой где-нибудь за границей, где-нибудь на дороге. Вот просто вот я еду. Недавно случай был, врезались. Ну как, авария такая маленькая была. Не сильно, то есть за друг друга. И выходим, и вот так вот смотрим друг на друга с девчонкой. Типа в шоке. И просто она выходила наорать, не кричать на меня. И остановилась. Ну типа она выходит такая вот вся, бешеная. И потом вот просто вот так вот смотрим друг на друга. Ну это знаешь, 10 секунд, 15 секунд. Посмотрели друг на друга и начинаем разговаривать, знаешь, так мило, так нежно общаемся с ней. И я такой, я ей говорю, слушай, мы как в фильме сейчас. Это реально, а прикинь, это любовь, а прикинь, ты будешь моей женой скоро. А прикинь, вот будет что детям рассказать. Ну, оказалось, у нее есть парень. Вот. У нее, оказывается, есть парень. Я ей оплатил ремонт, то есть то и все. И я вот к чему это говорю? К тому, что я хочу знакомиться не в Инстаграме, а где-нибудь, и не в клубе, а где-нибудь вот... Жизнь короче, сведет. Мне кажется, жизнь все равно сведет, с кем надо. Соцсети. Я считаю, что YouTube и Instagram будут существовать всегда. Это основные платформы, которые вот уже доказали временем, что это будет существовать всегда. TikTok — это платформа, которая недавно появилась, да, и... Появилась хоть и недавно, но набирает такие сильные обороты, что, если я не ошибаюсь, она перегнала по численности аудитории Инстаграм. ТикТок, Ютуб, Инстаграм. Сижу, пользуюсь социальной сетью ВКонтакте еще. Не переписываюсь, а вот музыку слушаю всегда ВКонтакте. А по поводу того, что у меня... потухла вот эта вот связь с блогерством, с блогингом, то это... Не знаю, с чем это. Просто я не люблю заниматься тем, чем-то ради чего-то. То есть что, высасывать там кровь из пальца ради того, чтобы вот снял и выложил, вот ради чего-то. Не люблю таким заниматься. То есть если ты снимаешь что-то, то ты должен это снимать таким образом, чтобы... вот я сейчас сижу с вами, разговариваю искренне. Понимаете? И народ понимает, что я искренне разговариваю. Потому что я хочу разговаривать сейчас. Если я вот приехал бы на интервью и не хотел бы, вот сидел бы просто, знаете, я бы отвечал бы там, да, нет, хорошо, ну, неплохо. Также и вот в пранках я вышел, я снимаю, я должен это сделать от души, чтобы народ увидел в этом что-то, что я хотел это снять. Также в музыке, ты когда пишешь текста или поешь, ты когда вкладываешь туда всю свою душу, расскажешь какую-то историю своей жизни, то народу это ближе будет, народ это прочувствует. А когда ты это делаешь ради чего-то, то это видит, аудитория и народ это видит, и это чувствуется. Поэтому сейчас мне нравится заниматься музыкой. Я получаю от этого удовольствие. Я реально кайфую от этого. Я люблю находиться на студии, в компании друзей. Вот реально мне это очень нравится. Я не знаю, вот мне нравится заниматься музыкой. Вот мне пишут многие, Суба, снимай пранки. Я просто пробую себя в музыке. Вот. Но если я почувствую, я уже где-то это говорил, если я почувствую, что моя аудитория хочет пранков, она хочет видеть пранки, я выйду и начну снимать пранки. У меня есть идеи. Но пока что вот я просто углублен в музыку. Я не хочу заниматься и тем, и тем, и тем. Я лучше буду заниматься одним делом на 100%, чем буду заниматься, отдаваться 15 сюда, 15 сюда и 15 сюда. Потому что из этого ничего не выйдет. Вот, я сейчас буду, ну вот, занимаюсь музыкой и надеюсь, что у меня все, я на правильном пути. Деньги любят обнал. Деньги, я к деньгам отношусь как-то вот есть и есть. То есть у меня вот даже там сейчас
бывают моменты, когда я понимаю, что у меня лежат там деньги за рекламу, там в офисе лежит, у того лежит. То есть я делаю рекламу, да, и они мне еще, ну, не выплачивают. У меня бывает такое, что у меня на карте просто вот 20 тысяч рублей остается, 15 тысяч рублей остается. И, ну, типа, я нормально к этому отношусь. Это, знаешь, это со временем вот приходит. Вот когда у тебя нет денег, ты думаешь, что в жизни главное — это деньги. Ты думаешь, что счастье в деньгах, ты хочешь дорогие рестораны, ты хочешь путешествовать, ты хочешь дорогие тачки. Но когда ты их понтуешься тем, что вот, смотрите, я в Гуччи сижу, покупаешь одежду, все в брендах. А когда ты уже как-то зарабатываешь, да, ты понимаешь, что типа, зачем мне понтоваться, зачем мне это показывать? Ты сам для себя как бы доказал это, а понтоваться... То есть я раньше одевался, реально, не дам соврать, типа вот очень вызывающе. А сейчас, то есть, типа я не одеваюсь так, чтобы везде у меня было расписано. Я там могу... Я сейчас только осознаю, понимаю, что рестораны и вот эти вот всякие крутые вещи, о которых мечтают многие, это реально бред. И не зря говорят, что счастье, правда, не в деньгах. Это реально не так. И сейчас я занимаюсь... больше вот морально-нравственные качества в себе развиваю. И если меня спросят, вот сколько мне нужно денег, чтобы прожить в месяц, да, чтобы чувствовать себя комфортно, я думаю, что... Ну, вот просто я за квартиру в месяц плачу 100 тысяч рублей, да, но... А так, типа, чтобы вот чисто вот еда и все расходы, то, ну, 1040-50 мне бы вот так вот хватило бы. Я по утрам вообще ничего не ем, у меня холодильник пустой дома. Я рядом с домом, у меня Азбука Вкуса, как бы я захожу, там что-нибудь возьму, там фруктики, не фруктики. Дома я бы приезжаю только спать домой. То есть включаю телевизор, ложусь, залипаю в телефоне и засыпаю. Просыпаюсь утром, помоюсь, собираюсь, еду дальше. На самом деле реально деньги, это не... Но я знаю просто ребят, которые много зарабатывают, и когда у них наступает момент вот этого вот кризиса, у них начинается очень бешеная депрессия. Я примерно понимаю, что это такое, когда ты был вон там вот, да, не смотрел на ценник и покупал себе все, что хочешь. И потом, когда ты вот здесь вот, когда ты заходишь в магазин и смотришь ценники, конечно, у тебя будет депрессия. Я, скорее всего, у отца такой. У меня отец такой, что ему всегда было на деньги все равно. Он у меня... Ну вот, ему всегда было все равно на деньги. Он в религии жил. Он религиозный человек у меня. Он больше такой любит развивать себя изнутри, как человека. Потому что он, ну, не только он это говорил, но и все об этом говорят, что ты умрешь, все машины, все, что ты покупал здесь, останется все тут, на земле, а туда только то, что внутри. Нур, твой нур. Если честно, я вообще шоу-бизнес это не люблю. Вот меня зовут там на всякие мероприятия поехать, и говорят, типа, вот там будет этот артист, там будет тот, приезжайте, типа, познакомиться вам надо там. Я как-то к этому очень просто отношусь. Мои ровесники такие все, наоборот, любят знакомства, искать связи. Никогда не искал связи, и... Не знаю, я не люблю такие мероприятия. Вот этот вот шоу-бизнес, он такой какой-то меркантильный. Они все так улыбаются и смотрят друг на друга, как будто, ну вот не то, нет вот этой искренности. Все ради выгоды какой-то. Я вот вижу со стороны, ой, ма-ма-ма, типа, привет. Ну вот, не то. И, кстати, вот хочу рассказать про эту историю одну, к чему я не ищу никогда связей. Была ситуация, ну вот, я с детства всегда смотрел Мирана Сардарова. «Дневник Хача» — это был мой любимый блогер. Это блоги его, это просто вот нечто. Мы много раз пересекались на одних тусовках. У меня была возможность подойти с ним сфоткаться. У меня была возможность подойти и познакомиться с ним, как ни крути. Сказать, вот, Амиран, я снимаю, посмотри, у меня там 2 миллиона, 3 миллиона. Но я этого не делал. Потому что я себя ставлю на его место и понимаю, что если ко мне подойдет человек и сам себя навяжет, зарекомендует, то ему это неинтересно будет. И я просто, типа, ну, есть и есть, как бы. Я рядом находился, там, текила, с текилой то же самое, то есть есть и есть. Мы, когда начинали набирать оборот, нас звали на разные шоу на Ютубе. И вот как-то вот пересекались с разными людьми. И потом, спустя 3-4 месяца, вот сам Амиран позвал нас к себе на шоу. Меня с Мишей. Мы поехали к нему на шоу, и вот там мы познакомились. И возвращаемся к третьему нашему вопросу.
жизнь сама сводит тебя с теми людьми, с кем ты должен быть. Так же и с девушками, так же и с друзьями. Вот. Нет, я за тюнинг внешности, я за естественную красоту. Все. Я, когда я вижу, что у девушки надутые там губы или... Есть для этого как бы... Можно... Многие девушки, они берут, идут делать себе операцию, чтобы убрать жир. Зачем есть зал, иди занимайся спортом. Потом внешность, лицо меняют. Меняют лицо, доводят себя до какой-нибудь красоточки. Я лично, когда вижу, например, таких прям надутых девушек, я как-то, ну, отношусь к ним так несерьезно. То есть я сразу как-то легкого поведения девушек типа, в них вижу. И по поводу вот этого вот грима на лице, да, ну, типа вот надутый и все остальное, да, ты как бы, ну, ты красивая, хорошо, ты там нравишься многим парням, но ребенок-то твой не будет красивым, понимаешь? То есть вот это вот, ты берешь, меняешь лицо, оперируешь, там добавляешь всякие ботокс и все остальное, и когда рождается ребенок, он не от лица появляется, от того, какой ты человек, какая ты внешне. То есть это все, какой, типа, глаза на меня, там, в нос, рот, на жену. Поэтому как-то не очень к этому отношусь. То есть я за естественную красоту. Да, я считаю, что абсолютно любой медийный человек, у которого хоть хотя бы 1 000 000 подписчиков, это и есть лидер, это и есть лидер мнения, потому что на него смотрит аудитория, он, что бы он ни делал, ни говорил, за ним идет как бы толпа людей. Но это надо чувствовать аудиторию. Ты со временем начинаешь чувствовать аудиторию, понимать, что им нравится, что нет. Многие люди, они там, когда понимают, что они начинают тухнуть, они начинают чуть ли не в порно сниматься. Чуть ли не хайповать на том, как они занимаются сексом, как они... то есть, ну, прям намного что готово. Да, знаешь, тут на самом деле аудитория сама тебя находит, сама в тебя влюбляется со временем. Главное быть таким, какой ты есть. Я просто не знаю, правда, вот нету формулы, как удержать аудиторию, вот нету. Вот я знаю, как мне быть. Я знаю, что меня любят за то, что я искренний, за то, что я открытый. Ну, не то, чтобы открытый, а вот такой, какой я есть, короче. Я, вот ты меня спросишь, ты задашь какой-нибудь вопрос, ну, я не обману, я не сам стану врать, я скажу, как есть. Многие там боятся признаться в чем-то. Ну, типа, я не вижу там смысла. Меня любят вот за искренность и... Просто, знаешь, многие люди думают, вот когда я одеваюсь вот так вот, типа, в очках, там, крутая тачка, они думают, то, что вот зазнатый, вот поменялся и все остальное, но это не так. С детства вот такой я человек по характеру, что я очень быстро доверяю людям, открываюсь. Искренне вот просто вот всегда вот открываюсь. Быстро открываюсь. И того же хочу всегда. Я девушек также хочу. Сразу, чтобы открывались. Рассказываю там какие-то личные истории. Но я понимаю, что там на четвертый день могу рассказывать какие-то личные вещи, истории. Я рассказываю и понимаю потом, что, блин, а зачем я это им рассказываю? Это неинтересно. Они же не такие искренние, как я. Я не знаю, вот просто вот с детства такой я человек. И я пытаюсь как-то осторожничать с людьми, как-то выбирать их. Очень много было предательств в моей жизни. Много кто от меня отворачивался. Нет, это не из искренности, это вот то, что я открываюсь, доверяю, иду за ним, уверен в человеке. Даже маме говорю, мам, ну я уверен в этом человеке. Мама говорит, нет, это не так. И все равно мама оказывается права. Настоящая дружба между парнем и парнем, она и правда есть. Она будет и всегда, она и была, и есть, и будет. Просто какая она бывает, ну вот бывает дружба реально взаимовыгодная. Вот у меня есть друг, у меня есть пара друзей, вот таких вот прям близких очень, лучших, в ком я уверен, реально друзей. И у нас все на искренности, без всяких выгод каких-то и всего остального. Но в дружбу между парнем и девушкой и в дружбу между девушкой и девушкой я не верю. Это все вот как раз-таки вот выгода, про которую вот вы говорите. Между девушкой и девушкой не дружу, потому что я много раз замечал и видел сам своими глазами, что это дружба такая взаимовыгодная друг другу. Кто-то от кого-то что-то хочет. То есть одна подруга дружит с той подругой, потому что у нее есть деньги. Та подруга дружит с ней, потому что... ну, типа, я не знаю, нет ни одного примера у меня в жизни, где там девчонки дружат по 7 лет, по 6 лет.
не знаю. Ну и вот, я не верю. А между парнем и девушкой, я думаю, тут даже объяснять не надо, что у кого-то кому-то чувства, и это они называют дружбой. Через 10 лет, если вижу где-нибудь в Америке с рэперами на сцене и с большим стадионом, я очень хочу стать мировым человеком. Но английский что-то знаю. Да, английский надо там учить, типа с походу. Поэтому я не иду за всеми, за этим шоу-бизнесом. У меня есть жена уже и двое детей. Ну, типа вот, у меня позавчера свадьба была. Да ладно, я шучу. Все офигели просто. Я шучу. Нету, нету. Так, жена и дети. Я очень хочу детей. Я очень хочу вот частичку себя вот рядом, чтоб. А по поводу жены не знаю. Сложно, вот у меня вкус сложный, в плане сложно подобрать. Но если меня, например, спросят, если, точнее, не жена, если у меня будет девушка, и меня спросят, что важнее, и если меня даже девушка спросит, типа, что важнее, я скажу, я отвечу, что работа, цель и жизнь. Но все равно, как бы, у меня на первом месте всегда моя мама и папа. Это прям самое главное. Я заложил у себя просто в голове, что мои родители, они не вечные. Пока они вот сейчас есть, просто многие это понимают тогда, когда их не становится. Я просто увидел, как не стало моей бабушки, когда умирала мама моей мамы. Я увидел и почувствовал, она мне рассказала, объяснила все вот это вот. Я видел, как ей было плохо, и вот после того случая я понимаю, что лучше пользоваться этим и находить время приезжать, видеться, проводить время, дарить подарки, давать то, о чем мечтала там мама, покупать все. А дальше там что, мы-то проживем. А пока вот пользоваться вот это, именно вот этим временем. Три вещи, которые меня бесят. Первое — это люди, которые... токсичные люди, которые негативят, которые забирают очень много энергии. Второе — это наркоманов. Ненавижу. Ненавижу наркоманов. И третье — это то, что я не люблю. Третье — то, что я ненавижу — это болеть. Ну, заболевать. Там насморк или еще что-то. Вот, переношу сложно. То три вещи, которые я люблю, это... ананас. Люблю есть. Потом я люблю сидеть один где-нибудь на улице или заедь за рулем и слушать музыку. Грузиться, короче, думать о жизни. И третье, то, что я люблю, это играть в футбол и в хоккей. Вот. Это реально очень сильно люблю. У меня кличка была Донателло, потому что с короткой прической я реально похож на Донателло. Ну и вот у меня на квартире очень много всяких игрушек стоит, висит, черепашек-ниндя. Ну и поэтому у меня черепашка-ниндя Донателло. Конечно, я это под заказами все делали. Это я полгода ждал Мози. Ну это один топовый, короче, ювелир, который делает топовым артистом. Ну мне там Моргенштерн он делал, он Хамали делал, Наваи делал. Самое главное в жизни — это семья. Это семья именно родители. Не моя семья, а родители. Самое главное в жизни — это как бы для меня... Это как бы сейчас родители, но, знаешь, нельзя как-то ответить и сказать, что вот только семья. Самое главное в жизни — это совокупности. Как бы у тебя должна быть твоя семья, родители, работа, религия. И как бы, вот это, они имеют какие-то такие, вроде, казалось бы, равнозначные эти соотношения, но многие любят отвечать, что семья. Вот я вот этого не понимаю. Нет, для меня вот на данный вот период, вот сейчас, для меня вот родители. А то, что вот то, что там многие говорят музыку, я могу отказаться спокойно от всего. От музыки, от блогинга, от всего я могу отказаться, если это реально надо будет.